Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и сегодня буду играть такую игру, как Neon Shadow. Это довольно-таки нашумевшая на данный момент, ребят, игра. Это игра-шутер в стиле киберпанка. И, ребят, ну, довольно-таки годная на самом деле. Сделали разработчики, постарались на славу. И сейчас я вам, в принципе, покажу, почему. Но есть один минус, друзья. Очень часто всплывает реклама. И это довольно-таки досадно. Если вы видите, у меня уже есть начатая игра, прошел я 2 уровня, и, к сожалению, у меня начала выскальзывать реклама за рекламой, поэтому я перезаписываю это видео, уже отключив Wi-Fi. Ладно, давайте пойдем сейчас в мультиплеер. Так, тут мы видим онлайн. Онлайн, кстати, даже с Wi-Fi почему-то не подключается. Ладно, давайте нажмем Bad Match. Давайте выберем, ну, давайте мутантов. Так, мы видим, что здесь можно выбрать как локацию. А какую из них выбрать? Какая будет лучше? Ну, давайте вот это будет. И выбрал я себе 4 чуваков, которые будут сейчас со мной играть. Сперва, ребят, я думал, что это онлайн, потому что если даже это и боты, то это довольно-таки умные боты. Они уворачиваются от моих выстрелов. Сейчас вы все сами, в принципе, увидите. Так, это автомат, да, наверное? И, наверное, возьму его. Ага, да, автомат, хорошо. Как-то долго мы его убиваем. Короче, мы завалили друг друга. И да, друзья, я не могу понять, как здесь записать свой ник. Кстати, ребят, здесь не автострельба, поэтому все вам придется делать самому. Есть. Кстати, когда мы становимся вот такими неоновыми, я так понимаю, что мы не просто... Я так понимаю, мы не просто быстро передвигаемся. Мне кажется, что, скорее всего, у нас еще увеличивается урон от наших выстрелов. Да давай, сдыхай уже. Есть. Слушайте, ну согласитесь, игра, ну, довольно-таки круто сделана. Забабахали, ну, просто на славу. Так, это у нас что? Кто? Кто посмел? Есть. Ага, я понял, чем он стреляет. Блин. Ну, так, это опять автомат. Так, это что? Ага, я понял. Есть. Получается, мы стреляем, и вылетают вот эти бомбы, которые потом взрываются. Но при попадании они сразу активируются и убивают противника. Ну, вы сами только что видели. Кстати, он какой-то неоновый чувак. Давайте его постараемся завалить все-таки. И да, мы тут можем, короче, сами себя, оказывается, подрывать. Поэтому надо быть предельно осторожными. Есть. Есть. Получается, у меня закончились патроны, да? Так, а где он подбивал? Он, по-моему, куда-то туда свалил. Так, это патроны на такую же пушку. Стоять. А я могу переключаться? Да, я могу переключаться. Прекрасно. Да, блин, ты вообще сдыхать собираешься или нет? Что это? Оу! Я не знаю, что это, но это была мощная штука. Кстати, я не пойму, я довольно-таки много киллов, в принципе, сделал, но у меня почему-то там записано 1. Или это оно засчитывает подряд? Есть. Где ты делся? Есть. Так, мне надо хпшка. Ах ты падла. Окей.
Да ты вообще помирать собираешься? Давайте подберем вот эту пушку. А, это вот эта фигня, которая стреляет чем-то непонятным вообще. Так, там кто-то выскочит, нет? Слушайте, а что это вообще? Кстати, мне интересно, вот серьезно, если мы становимся этим фиолетовыми, ну мы же не просто быстрые, но смысл только от скорости, правильно, согласитесь? Ой, я, короче, сам себя подорвал. Я понял, что гранаты отлетают дальше от меня, но я что-то, короче, как-то не обратил. Ну, не придал этому значения, скажем так. Есть. Блин, я вообще по нем попадаю. Заметьте, ребят, и я так понимаю, это бот. То есть в этой игре даже настолько все продумано, что тебе интересно играть даже с ботом. Тебе интересно их завалить. Есть. Автомат. Мой любимый автомат. Обожаю вообще вот огнестрельное оружие в плане вот таких вот скорострелов типа автоматов. Так, он вообще сдыхать собирается, нет? Так, где он делся? А куда он сбежал? А, вижу его. Промазал тип. Есть. Так, теперь... А, так, ХП у меня, в принципе, так предостаточно. А ну давайте на опережение. Убили, ребят. Я не знаю, что это, но это мощная штука. На. Ага, вижу. А, я сам себя, короче, убил. Ладно, ребят, так можно играть просто до бесконечности. Давайте, наверное, еще один килл сделаю. И, наверное, пойдем немножко поиграем на прохождение. Ладно, это мне сделали килл. Я не понимаю, как здесь идет подсчет убийства. Если... если обратите внимание, у меня тут записано типа 2, но я убил гораздо больше раз. И, а, это типа может быть идет, сколько раз мы были вот такими неоновыми чуваками, или сколько мы убили именно вот таких вот неоновых чуваков. Так, ладно, что-то мне вообще сейчас, не понимаю, разрывают на самом деле. Или может с каждым разом все тут сложнее и сложнее как-то с ними, я не знаю. Блин, ну киллов я нормально, в принципе, делаю, что разрывают? Просто я не понимаю, почему мне не засчитывают их. Скорее всего, да, тут засчитывают, сколько раз ты стал таким неоновым, наверное. Ладно, давайте, буду отсюда выходить. Потому что так мы будем здесь, в этом режиме, играть просто до бесконечности. Так, давайте поиграем на прохождение. У меня здесь, по-моему, я прошел второй уровень. Кстати, ребят, в этой игре, что самое интересное, тут можно вообще никого не стрелять. Тебе главное просто пробежать по нужному направлению туда, например, и обратно. И ты выполнишь, в принципе, миссию. Но так ведь не интересно, правда? Мы ведь любим все-таки, когда идет стрельба, огонь, кровь и мясо. Так, здесь, наверное... Опа-на, я понял. А это какие-то новые чуваки, да, вот эти лазерные, типа? Ну, блин, а, блин. Ладно, я понял. Ладно. ХП я взял. И будем пытаться как-то их обойти. О, стоять. Все, я пробежал, отлично. Так, а куда мне тут надо? Сюда. Квадрокоптеры. Пошел нахер. А, куда-то сюда мне. Что это за псина? Пошел отсюда. И ты пошел. Да и все вы, ребят, пошли отсюда. Сюда мне надо, да?
Так, типа новая пушка. Ну, как новая? Мы уже с этой пушкой, в принципе, стреляли. Так, надо их как можно больше там, наверное, расхреначить. Так, я понял, меня сзади кто-то валит. Блин, а что? А, мне сюда надо. У меня очень мало хп. Так, это надо подобрать срочно причем. Очень большое расстояние мне надо пройти. Очень большое. Так, мне типа сюда. Есть. Я понял. Уворачиваемся. Не стой на месте, блин. Меня только что немножко подвело управление. Я вроде как пошел в сторону, но оно не захотело этого делать. Блин, ну мы так будем очень долго проходить данные уровни на самом деле. Если первый уровень был чертовски просто быстрый, второй был более-менее такой познавательный, этот уровень очень далекий. Ну реально здесь долго надо идти, так. Пошел отсюда. Так, сюда, да? Все настолько быстро, кстати, происходит на самом деле. Когда не успевает меня атаковать, я не понимаю. Я, блин, тут бегаю как спринтер какой-то. ХП взял, побежал. Не-не-не, ребят, нет, не угадали. Так, давайте здесь их сейчас подорвем. Ну, если у меня это, конечно, получилось. Да, блин, пошел отсюда. Они мне сами дорогу, короче, переграждают. Не, мне кажется, меня сейчас убьют здесь. А я еще даже до конца не дошел. Опа-на. Есть. А теперь мне типа надо вернуться обратно, вы поняли прикол? Но у меня хп не так уж и много на самом деле. А их там набралось просто куча. Ладно, давайте попробуем это сделать. Что-то мне кажется, вряд ли у меня это получится. Ну их просто, ну посмотрите, их просто нереальное количество. Да блин! Подвело меня управление. Чё, обратно заново? Вы прикалываетесь? Не, не хочу я заново, реально. Просто туда добежать это еще полбеды, но надо еще и вернуться. Это надо засесть в нее и играть, тупо я не знаю... Где-то на час-два, если не больше. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут есть еще интересного. Так, только что я играл, в принципе, за мутанта. Кстати, интересно, есть вообще какая-нибудь разница вот в мультиплеере, за кого, в принципе, ты играешь? Так, а что означает LAN? Join game? А, это типа можно играть с друзьями, приглашать друзей, да? Да, здесь, получается, надо приглашать друзей, но я, к сожалению... Играю, во-первых, не онлайн, да и друзей у меня тут в этой игре нету. Давайте Bad Match. И давайте вот это нажму. Я не знаю, что я сейчас выбрал на самом деле. Давайте здесь еще немножко постреляем. Ребята, вы напишите в комментарии, играли ли вы эту игру, как вам эта игра. И вообще, как вам, в принципе, подобные игры и шутеры. Воу, вот это! А что это за пушка вообще? Блин, она галимая. Ну, разрывает. Прекрасно. Оу, ты что такой невидимка, а? Слушайте, ну с этого дерьма попробуй попади. Есть. А я попал. Так, а здесь помимо этого говна еще что-нибудь есть? Да нажимай, перезарядка долго идет у него. Блин, убили меня. Кстати, а здесь смотрите, тут засчитало 3 килла. Выскочил прям под меня. Слушайте, ну пушка неплохая, но блин, меня бесит то, что она медлительная. Чувак. Есть. Так, тут кто-то был, да? Ага, да, вижу. А мы все, что ли, только с этой пушкой будем стрелять? Мне кажется, что в той игре, когда я играл, там что-то как-то неправильно мне все-таки засчитывало киллы. Блин, ну я хочу уже какую-то другую пушку на самом деле. Стоять. Есть.
Так, ну, я немного уже начинаю привыкать к этому оружию. Но все равно не назову ее прям... Ну да, она с одного удара бьет, но это не то, чего бы мне хотелось на самом деле. Есть. Так, здесь кто-то был. Давай, выскальзывай. Блин, ну боты тут реально крутые. Ну, я думаю, что это боты. Я отключил Wi-Fi, поэтому онлайн здесь явно не может быть. Так, здесь кто-то был. Я видел своим правым глазом, здесь кто-то был. Ага. Да давай сдохни. А где тот был? Кстати, я один раз, по-моему, погиб, да? Чувак, ну мне не так не хочется тебе убивать со спины, поэтому я подождал, пока ты развернулся. Так, я, короче, куда-то спрятался вообще. О, это типа они, наверное, появлялись. Это не невидимки, они просто появлялись. Да, блин. Да, блин, попробуй еще попади временами, да? Это не я. 12. Четенько. Слушайте, а давайте... Подождите, мне интересно теперь посмотреть на другие. Давайте сейчас зайдем. Это, получается, выбрал инстал. До этого были мутанты. Так, дэтмач. Мутанты, а теперь дэтмач. Давайте дэтмач. И давайте какой-нибудь... Ну, тут мы только что были. Давайте... А, то есть здесь еще от зоны может быть многое значит. Давайте здесь. А, возможно, то я выбирал... Не количество ботов, а может быть количество оружий, которые будут в игре. Опять я с этим дробашом голимым появился. Стоять. ХПшечку подобрал. Есть. Да, с дробовна надо бить сблизи. Ты задрал, ты зеленый. Так, я когда вот такой серый становлюсь, это означает, что у меня мало хп. Но сейчас... Блин, я хотел это взять, но я успел его убить. 4 килла подряд, нормально. Хорошее начало. Так, а здесь, я так понимаю, мы чисто на дробашах и все, что ли? Да, здесь мы, походу, только на дробашах. Убил. Слушайте, вот этот зеленый меня бесит здесь больше всего. Это какой-то... Странный хрен. Они еще такие звуки издают, когда в них попадаешь. На тебе, зеленый. Есть. Но здесь мы неоновыми не становимся. Да, получается, это просто обычный какой-то режим. И ни в чем в нем такого нету. Ладно, друзья, давайте тогда на этой ноте будем закругляться. Напишите мне в комментарии, как вам игра. Не забудьте этому видео поставить лайк. И я буду выпускать видео гораздо чаще. Но были на канале Экспировид. Подписываемся на мой канал, подписываемся на мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Будет больше, будет лучше. Всем спасибо и всем пока.